касается вопрос предоставления служебного жилья Удобик Антону Александровичу, это наш целевик, он закончил Государственный медицинский университет в Пензе, прошел целевую ординатуру, приехал в прошлом году в качестве преднадобности, в качестве врача-невролога отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. То есть первичное сосудистое отделение, где сосредоточен наиболее тяжелый контингент пациентов с инсультами. За время работы зарекомендовал себя только с положительной стороны молодой специалист, который хочет работать в Балаковском муниципальном районе, поэтому прошу депутатов поддержать возможность предоставления служебного жилья доктору Удовик Антону Александровичу. Данная квартира приобретена за счет средств пожертвования, конкретно для создания условий на оказание медицинской помощи. Как мы видим из представленных документов, предыдущие очередники не претендуют на получение указанной квартиры. Надеемся, что эта поддержка поможет врачу-специалисту связать свою профессиональную деятельность с Балаковским муниципальным районом, поскольку недокомплектованность врачами только этой специальности составляет 59%. Врачи сейчас работают в очень сложных, напряженных условиях, и, конечно, наша общая задача им по мере возможности помогать, в том числе, в частности, и с предоставлением квартиры.